Жили-были дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька. Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли звать с собой и Машеньку. «Дедушка, бабушка, — говорит Машенька, — отпустите меня в лес с подружками». Дедушка с бабушкой отвечают: «Иди, только смотри, от подружек не отставай, не то заблудишься». Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да ягоды. Вот Машенька деревце за деревце, кустик за кустик, и ушла далеко-далеко от подружек. Стала она аукаться, стала их звать, а подружки не слышат, не отзываются, потерялась. Ходила-ходила Машенька по лесу, совсем заблудилась. Пришла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, стоит избушка. Постучала Машенька в дверь, не отвечает. Толкнула она дверь, дверь и открылась. Вошла Машенька в избушку, села у окна на лавочку. Села и думает: кто же здесь живет? Почему никого не видно? А в той избушке жил большущий медведь. Только его тогда дома не было, он по лесу ходил. Вернулся вечером медведь, увидел Машеньку, обрадовался. «Ага, — говорит, — теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить, будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить». Тужила Маша, погоревала, да ничего не поделаешь. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке строго-настрого наказывает никуда без него из избушки не выходить. «А если уйдешь, — говорит, — все равно поймаю, и тогда уж точно съем». Стала Машенька думать, как ей от медведя убежать. Кругом лес, в какую сторону идти не знает, спросить не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит раз медведь из лесу, а Машенька и говорит ему: «Медведь, медведь, отпусти меня на денек в деревню, я бабушке да дедушке гостинцев снесу». «Нет, — говорит медведь, — ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу». Вот и все на сегодня. А что дальше было, завтра узнаете.